Дом в Рязани взорвался по вине одного из жильцов. Сотрудники Следственного комитета завершили осмотр дома, где 23 октября при взрыве бытового газа погибли 7 человек. Приоритетной остается версия утечки бытового газа. В доме были перебои с отоплением, и в нескольких квартирах установили газовое оборудование для индивидуального отопления. Взрывная волна от неисправного оборудования частично разрушила два верхних этажа. По факту аварии возбудили уголовное дело.